Всем доброго дня. Все спрашиваете про моего рыжика. Нашли его? Рыженький, привет, мой мальчик. Рыженький принимает грязевую ванну. Кто мой хороший? Я тебе хлеба принесла. Пошла к коровам за сеном, заодно к рыженькому. Рыженький. На, милый мой. Рыженький очень любит хлебушек. Тут уже я не пришла с буханочкой, а я пришла с ведерочком, потому что купила много хлеба. Сейчас вот полакомится хлебушком. Ну, а потом уже комбикорма. Вот так вот рыжик мой выплыл, хромая вот сюда. Решил поваляться в грязи. Вкусно, мальчик мой? Всем хочу сказать, чтобы не спрашивали. Ноги у него плохо. С ногами у него плохо. В общем, не знаю даже, что там такое. На днях рыжего была кастрация. Кастрировали под наркозом, делали наркоз, так что никаких мучений он не принял. Ой. Потом все обезболили, так что все, рыженький свои функции, конечно, как осеменитель уже не может выполнять, поэтому гуси, господи, все налетели на хлеба, все, ничего не слышно, орут мои гусеньки, да? Идите, помогайте рыжему, идите. Ну, в общем, вот. Мальчик кушает хорошо, аппетитом он не страдает, страдает только безноженьем. Накинулись на хлеба. Сейчас быстро рыжему помогут. Ну вот, показала вам рыжика, просили.